Здравствуйте, здравствуйте, хорошие мои. Вас приветствует Алена Ариес. Честно скажу, непростой был для меня сегодня день. И, наверное, проверка, знаете, такая всех моих убеждений была сегодня. Я думаю, вы понимаете, о чем это я, потому что я нахожусь в Ростове-на-Дону. Вот, и я думаю, что, ну, те, кто хотят, поймут, в общем. Ну, а сейчас предсказание на завтрашний день, как обычно, на воскресенье. Что же принесет вам воскресенье? Итак, мои хорошие, воскресенье принесет вам какие-то новости, а также небольшую поездку. Денежки и встречу. Поездка, смотрите, связана с родственниками. Вот. Ну и денежки, в общем-то, туда же. Может быть, что-то будете обсуждать по деньгам. А вот. Тут еще момент такой. Ну, воскресенье, как бы, заработанные деньги, я имею в виду, зарплата вряд ли придет. Но если вы занимаетесь бизнесом, то очень вероятно повышение спроса на ваши продукты или услуги именно в этот день. И прям значительное повышение спроса, вы знаете, решится вопрос. Тут еще обострятся страхи ваши в связи с тем, что вам придется отставить какие-то границы или кому-то что-то доказывать, и вы будете думать, стоит доказывать или не стоит, и в связи с этим обострятся страхи и переживания даже. Так, стоит ли доказывать кому-то что-то? Честно говоря, пока и не стоит. Поэтому смотрите, как только ситуация возникнет по поводу того, что нужно кому-то что-то доказывать, постарайтесь не доказывать, а как-то, знаете, так отойти в сторону. Или не решать пока. То есть может возникнуть момент, что вам срочно нужно будет решить какой-то вопрос с финансами. Судя по вот этим картам, которые вышли, либо это мошенники будут вам что-то предлагать и требовать быстрого решения, вложить куда-то деньги, вот. Либо, может быть, кто-то из ваших знакомых, может быть, даже родственников будет просить взаймы денег. Вот, не знаю, там, под проценты, не под проценты. Девочки, вот я своих девчонок, и девчонок, которые, я имею в виду клиенток, и девчонок, которые у меня обучаются, всегда учу. Ответ, то есть если у вас просят денег, ответ простой. У меня нет свободных денег. То есть нельзя говорить, что денег нет вообще. Но зато вы можете сказать, что у меня просто нет свободных денег. Или лишних денег. А вот. Поэтому и нечего дать. Потому что, смотрите, взаймы можно давать только либо под подпись нотариуса, да, то есть именно нотариально оформлять займ. Вот. Либо давайте взаймы только ту сумму, которую вы готовы подарить. А если вы подарить не готовы, то универсальная фраза: у меня нет свободных денег. Хотя я понимаю, что многие из вас, точнее даже не понимаю, чувствую, что многие из вас в этой ситуации будут испытывать невероятное чувство вины. А почему, собственно? А почему вы должны делиться деньгами, даже если это близкий, родной человек, да, но своими кровно заработанными? Ну, если они у вас кровно заработаны, да даже если не кровно, вот, все равно каким-то образом заработаны. Даже если они вам на голову упали. Почему? Почему вы должны, в общем-то, делиться? А знаете, я как-то в своей жизни в один момент стала смотреть очень хорошего человека. Вот, и от него переняла эту фразу. Не буду, конечно, говорить фамилию, чтобы не рекламировать. Вот, что я никому ничего не должна. Вот, хочу сказать, что и вы тут точно так же никому ничего не должны. А вот, и совершенно, даже если самый близкий человек просит,
то я вам сказала уже два условия, когда вы можете дать деньги в долг. Вот. Потому что да, тут именно вот такая ситуация, что либо это какое-то предложение по финансам, но предложение, которое того не стоит. Вот. Потому, в общем-то, и не зря. Вот всегда говорю, и вот в каком-то из прошлых видео я уже говорила, я даже рассказывала, да, как прислушиваться к своему телу. Если вам ваше тело сигналит как-то, какие-то зажимы, что-то чувствуете в теле, ни в коем случае не надо, естественно, делать то, что вызывает у вашего тела какие-то импульсы или зажимы. А вот, потому что тело на самом деле оно всегда знает, где надо это делать или не надо. Так что деньги никуда вкладывать не надо, по крайней мере, в воскресенье точно. Так, дальше, мои хорошие. Все-таки поездка какая-то у вас будет. Да. Возможно, по делам куда-то поедете ближе к вечеру. Да, вот будет вот тяжелый вопрос какой-то нужно будет вам решить. Не решайте в воскресенье. Даже если, я не знаю, там все будут на вас давить и говорить, все, давай, принимай решение. Нет, оставьте этот вопрос. В любом случае, до понедельника. Вечером я вижу приятные встречи, разговоры, вообще не об этом. Вот, вечером у кого-то может быть знакомство, у кого-то свидание, вот, встреча в компании друзей, может быть, в компании родственников, но встреча приятная, расслабляющая. Так у вас закончится вечер воскресенья. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И карта совета, девочки. Карта совета вам на воскресенье. Так, близнецовое пламя. Ответ на ваш вопрос в высокодуховных романтических взаимоотношениях. То есть оставьте вы все вопросы, денег никому не давайте в воскресенье, а проведите время либо со своей второй половинкой, либо пойдите куда-то с друзьями, подругами для того, чтобы отдохнуть и развлечься. Вот такой вам совет на воскресенье. Да. Добавляйтесь ко мне в телеграм-канал, там я провожу прямые трансляции, в которых вы тоже сможете поучаствовать. Ссылочка на телеграм-канал есть внизу в описании в моем первом комментарии. А с вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.